добрый вечер. Мы рады, что сегодня вы выбрали этот вечер провести с нами. Нам очень приятно. И сегодня вот такие вот мы нарядные, красивые. Будем дарить вам свое творчество, свою красоту. Наша команда называется «Медведь». Почему мы так называемся, мы узнаем с вами позже. И когда-то у меня было желание создать клуб единомышленников. Клуб тех, кто будет делать со мной большие какие-то проекты, которые будут на благо всего общества, чтобы менять мир к лучшему. И со мной теперь есть 20 или даже 25 суперских девчонок, которые помогают мне и самим себе развиваться, которые помогают этому миру стать еще немножечко лучше. И мне многие спрашивают, у нас отбор был на конкурсе красоты, но я вам открою секрет. Отбор был у нас по личностным характеристикам. Главное было, чтобы девчонки отвечали важным ценностям и моим убеждениям, ну и также, чтобы они были ответственными. Это был один из самых важных критериев. И когда нам сказали, что на матч должны приезжать минимум 10 человек, я думала, что нужно еще добирать команду, чтобы точно было 10. Но я рада, что мои девчонки приезжают в количестве 12-15 человек, и даже сегодня нас 15. И я жду ваших аплодисментов. Спасибо. Ну, какие мы талантливые, вы сегодня еще убедитесь. А самое главное, что нас отличает, это мы настоящие, искренние и позитивные. И мы, кстати, можем посмеяться над собой, правда, девчонки? Я думаю, что вы в интернете уже видели наши картинки юмористические следы, то заходите в наши социальные сети. Ну, а сейчас я представлю каждую из девушек. Ну, вы, наверное, будете выходить сюда, чтобы все могли еще раз полюбоваться вашей красотой. Итак, Марго Терехина, директор по развитию, а также она отвечает у нас за ивент-направление. Без ее помощи было бы трудно мне, и когда она выпадает из процесса, это прям сразу чувствуется. И это просто настоящая женщина, женщина-эмоция. Соперницы на поле ее прозвали Ярая. Как-то громче давайте аплодисменты, девчонки достойны этого. Лейсан Халилова, она недавно присоединилась к нашей команде, это лайф-коуч по позитивной психологии, так что позитива у нас стало еще больше. Любит жизнь и разнообразие, человек-праздник. Валерия Акимова, юрист, пишет стихи, занималась черлидингом. И еще бы добавила, что она бесстрашная, судя по тому, как она отдает себя на поле. А, кстати, любит красивое белье. Виктория Яковлева, журналист с безумными идеями в ассортименте. Очень активная и ответственная, отвечает за сотрудничество по проектам с порталом «Я футболист». Елена Бурлуцкая. В своих кругах просто Леночка. Очень светлая и позитивная. Поэтому и увлечение ее связано с прекрасным. Это цветы. Лена у нас флорист. Регина Касымова. Вот группа поддержки у Регины сразу видно. Офис-менеджер в компании по производству женской одежды. В команде отвечает за работу с фан-клубом. Считает, что радоваться жизни – самое правильное решение, которое надо принимать несколько раз в день. Ксения Соболь. Умница, красавица, карьеристка. Любит медведей. Ну, поэтому не удивительно, что она в нашей команде. Неисправимый романтик, очень добрый и общительный человек. Анастасия Нестерова. Торопышка, не знает, чем всегда занята, но ей всегда некогда. Не повторяет чужие глупости, придумывает новый. Рьяный оптимист, верит в сказки Экзюпери. И еще я рада, что Настя с нами в команде, несмотря на то, что она находится в интересном положении. Она сказала, что я все равно с вами. Я буду с вами в социальных проектах. Так что, Настя, огромное спасибо, что ты от нас не уходишь. Наталья Воробенко. А где у нас Наташа? Она у нас... А, она даже здесь у нас... Как это?
на работе. Начинающий фотограф, рабочая деятельность связана с киноиндустрией. Любит много читать романов, смотреть фильмы о любви, играть в теннис, участвовать в забегах. Иди к нам сюда. А, ладно, ну хорошо. Оксана Сидорова. Общительная, искренняя девушка. Любит петь, танцевать. Вы в этом сегодня еще убедитесь. Танцевать арабские танцы. Занимается модельным, театральным искусством и журналистикой. Ее девиз – никогда не сдаваться, а двигаться только вперед. Анна Гарипова. Медицинский работник. Целеустремленная, перспективная, ответственная, порядочная, добрая и отзывчивая. Человек, который практически всегда приезжает первой и всех ждет. Ведет наш канал на YouTube и вообще всегда готова помочь. Грета Сабурова. Актриса театра и кино. Любознательная, человек искусства. И у нее божественный голос, который она покорила нашу команду с первой встречи. Думаю, что и вас уже тоже. Мария Гейрам. Мастер Мехенди, играет на мриданге, перфекционист, красочные анонсы игр обычно делает у нас Мария. Ну а ее творчество вы сегодня еще увидите. Юлия Неймышева. Поэт, журналист, фрилансер, актриса, блогер. На тренировках мы отметили тот факт, что Юля шикарно умеет падать. Мы, правда, это еще пока не применяем в наших играх. Ну, надеюсь, что скоро будем. И отвечает в команде за ведение Инстаграма. И еще одна наша участница Яна Атабаева. Студентка, увлекается экстремальными видами спорта и не может оставаться равнодушной при виде горных вершин. Ну, а все вместе мы команда «Медведь». И сейчас для вас наш девиз. Девчонки, как обычно, перед игрой. Желание плюс сила, приятно смотреть на поле и в жизни команда «Медведь». Дорогие гости, вы, наверное, уже успели оценить замечательное платье, которое сейчас надето на участниц нашей команды. И мы благодарим ателье, дизайн-ателье «Белла Фокус» за предоставленные платья. Если вы хотите качественный и недорогой пошив одежды в Москве, тогда стоит обратиться к «Белла Фокус». Спасибо вам большое!